Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ассалам алейкум. Мир дому вашему. Напишите в чат плюс, если вы на месте, если вы готовы. Мы начинаем сегодняшнее занятие, которое посвящено программируемым системам. Введение в DevNet. Вот такой вот у нас небольшой. Введение в DevOps, DevNet. Вот такой у нас небольшой курс, который, собственно, показывает основные нюансы работы с программируемыми системами. И вот сегодня мы, собственно, продолжим все это дело. Дальше, для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Institute. Я кандидат технических наук по специальности информационные технологии. Мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить свою квалификацию, повысить свою экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Ну и вот как раз сегодня мы займемся повышением вашей квалификации. Конкретно будем, как говорится, программировать. Вот, то есть мы, собственно, начали уже работать с API-интерфейсами. И конкретно это с MapQuest'ом. Да, перед этим мы пробовали, собственно, вот Международную космическую станцию, чтобы она писала нам, когда она будет пролетать над головой, да, вот. А сегодня мы займемся MapQuest'ом. Собственно, мы будем делать такую штуку, которая будет прокладывать маршрут. То есть мы, по сути, делаем свою карту. Значит, коллеги, в прошлый раз мы с вами остановились на Activity 3.3.6. Значит, это тест URL Request. Собственно, надо было сделать приложение, которое вот выводит вот данные запросы вот в таком вот виде. Что интересно, то, что, оказывается, это было домашнее задание ваше, но как бы вам повезло, и я его сел и сделал. Значит, поэтому, если вы смотрели все, то у вас тоже должно было все произойти. Давайте посмотрим детально. Значит, я открываю вот это вот этот файлик там, да. Значит, вот 0.8 parse.json. И, соответственно, что я здесь вижу? Значит, да, коллеги, собственно, еще раз, начинаем с разбора домашнего задания. Может, у кого есть какие-либо вопросы, то самое время сейчас их, как говорится, позадавать. Если у вас что-то не получается, то, пожалуйста, вот обязательно пишите, чтобы у вас это дело все вышло. Значит, что нам нужно было сделать? Значит, первое, нам нужно было взять main API, вот такой вот, собственно, адрес, да. Дальше origin, это откуда мы едем, куда мы едем. Дальше key, ключ, это у нас было аутентификация. Дальше с помощью метода url lib parse url encode мы подставляли ключ, мы подставляли откуда куда, вот. И по сути у нас формировался наш url. После этого мы с помощью метода get в формате JSON отправляли все вот эти данные на сервер. Ну и надо было вывести все это дело на экран. Значит, у меня в прошлый раз почему-то не хотел делаться запрос. Значит, я сделал print URL и убедился в том, что он такой, как, собственно, в документации. Как в документации. Значит, единственное, что я не открыл документацию. Давайте я ее прямо сейчас открою, значит, для того, чтобы можно было бы все это дело вместе с вами посмотреть. Значит, ну и какая идея, коллеги? Идея здесь была очень простая, то, что если выполнить этот скрипт, нажать F5, то, собственно, я должен был бы увидеть. Первое, это мой URL, вот он вот такой, да. Что важно, его можно скопировать и открыть в браузере. Но для того, чтобы у вас корректно все это дело отображалось, то должна стоять дополнение, которое называется, которое как называется, JSON View, да, JSON View. Ну и вот, собственно, вывелся мой JSON, это, вернее, ответ сервера в формате JSON, в формате JSON. Вот такая вот интересная штука. Так, ну что, значит, да, вот вы скажете, а что, программа вывела? Да, коллеги, вывела. Вот здесь вот видите, если сюда нажать, то откроется вот оно, все в формате JSON. Единственное, что здесь офигенно много всего, и получается, что нужно с этих вот всех
словарей, с этих вот списков достать нужные параметры. Вот, собственно, то, чем мы с вами сегодня займемся. Так, ну что, поступили там вопросы вот какие-то? Всех все получилось? Коллеги, еще раз, всех все получилось? Вот, или не очень получилось? Пожалуйста, отпишитесь, вот как у вас там все получилось. Так, дальше я пытаюсь залогиниться. Единственное, что я не помню, какой сюда логин-пароль. Так, какой же сюда логин-пароль. Так, ага, во, все, угадал. Значит, где мои менеджки? Собственно, менеджки. Вот My DevOps Workshop, да, то есть вот здесь вот, да, ключ, коллеги, кстати, важный момент, то, что в прошлый раз мы пытались выяснить, какой же у нас ключ, Consumer Key нужно подставлять, да, в конце заканчивается на Hill, ну и здесь вот видите, в конце Hill. Так, вот такая вот история. Так вот, вот такое вот домашнее задание, ну и, собственно, что дальше должен делать DevOps специалист, он должен достать из ответа сервера нужные ему данные. Да, я получил данные, да, вот они. Вот здесь вот, если вот так вот в упор смотреть, то в принципе ни хрена не понятно и можно вывихнуть мозг. Но для того, чтобы было понятно, то мы это смотрим в браузере, в формате с помощью JSON Viewer. Да? Вот можно, кстати, все это дело свернуть. Видите, у меня есть здесь инфо. Инфо, да, и вот в инфе есть вот, собственно, статус-код 0, то есть успешный запрос, да, то есть можно контролировать успешность запроса по вот этому статус-коду. Ну что, давайте усложнять задачу, поехали дальше. 1337, значит, что мне нужно сделать? Значит, мне нужно первое вывести URL and request status. Вот давайте мы это дело все сейчас и будем усложнять. Значит, я тогда, что я делаю дальше? Add statement below, which will do following. Значит, нужно удалить print JSON data, да, то есть мы удаляем вот это вот JSON data. Почему? Потому что он нам не нужен, да, то есть нам выводить на экран вот эту катавасию не нужно, а нам нужно все это дело взять и как бы сделать нормально, чтобы вид был нормальный. Дальше давайте я немножко программу свою модифицирую, я key подставлю под main API, origin dest пускай так будет. Дальше это мы тут строим наш URL. Дальше здесь идет запрос, ну а дальше мы будем все это дело, значит, уже модифицировать для, как говорится, для удобства, для наших нужд. Итак, поехали. Что мне нужно сделать? Первое, нужно вывести URL. Значит, URL, наверное, лучше всего вывести сразу после того, как он у нас построился. Давайте сделаем как по заданию. Да? У меня, кстати, это было, но мне было вот так вот, как бы в тестовом варианте. Значит, пишем URL. Двоеточие, пробел, закрыли кавычку, значит, поставили плюс и написали URL. И мы теперь будем видеть наш красивый URL. Вот, можно сделать хитро, можно сделать его с новой строчки, вот так вот, да, значит, и будет еще более красивее. Так, поехали дальше. Значит, следующее, что у нас идет запрос, так, с этим согласен. Ну, а дальше давайте мы достанем статус-код, как его достать. Пишем JSON, значит, нижнее подчеркивание, статус, это будет такая у нас переменная, равняется чему? Равняется JSON, нижнее подчеркивание, дата. Вот дальше указываем, откуда нам это нужно. Нам нужно из info. Вот что нужно, статус коды. Значит, где вот лучше всего вот эти вещи, коллеги, просто взять и скопировать, да, то есть название переменной можно вот так вот взять и скопировать отсюда и сюда вставить. Это я так вот рекомендую. И, соответственно, дальше все это дело будет у нас вот в таком виде. Так, ну а теперь проверка. Давайте проверим, что-нибудь проверим. Значит, if... Вот, собственно, коллеги, теперь вспоминайте. Помните, мы с вами делали... столицы находили, помните, надо было найти, почему не работает, или выбрать вторую столицу, Кейптаун,
в Южной Африке, да, соответственно, вот, пожалуйста, то же самое. То есть вот эти все примеры, все, что мы с вами делаем на занятиях, то фактически это все очень жизненное и необходимо вам будет дальше использовать. Поехали. If JSON data равно нулю, вот то, что нужно сделать? 0 это значит успешный запрос, да? То мы выводим на экран вот, собственно, сообщение. API, статус, вот так вот, да? И мы делаем плюс. И тут пишем str, вот это очень важно, преобразовать в строчный тип. Кого? JSON, нижнее подчеркивание, статус. Вот. Дальше плюс, пробел, плюс, значит, открыли, пробел, вот так вот, да. А здесь пишем комментарий, по сути. Success, route, call, успешный вызов маршрута. Так, 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 слэш n, обратный слэш n, это будет новая строка. Так, ну что, успешно, значит, сохраняем, давайте все это дело запустим. Я нажимаю F5, так, как эту шнягу уменьшить по размеру, значит, ай-яй-яй, подвисает, значит, коллеги, подвисает, почему подвисает, потому что запрос отправляется и он обрабатывается, да. Значит, так, пошли ошибки, здорово. Чего? Info not defined. А, там надо в этих, в кавычках, наверное. Значит, еще раз. Так, где-то чепятка. Значит, info надо в кавычках, да? Значит, вот я тут и лоханулся. Значит, вот она, да? Мы же должны указать название. Так, перемена есть. Ctrl-S и нажимаем F5. И запрос должен быть уже успешен. Так, да, значит, вот мой URL с Киева в Минск. И чего? Так, а где мой месседж, что все успешно? А, нету сообщения, что все успешно. Так, нету сообщения. Так, а что у меня компьютер так тормозит? Так, так, так. Так, сообщения нету. Значит, JSON статус у нас оказывается не 0. Значит, JSON data равно нулю. Так, где же ошибка? Так, статус код, info статус код. Так, где ошибка? Что у нас статус код не 0? Значит, что не 0? Ага, значит, ну хорошо, тогда давайте мы его опубликуем и посмотрим. Давайте модифицируем программу. Вот, если не 0, то что тогда? Значит, дальше мы пишем else, ну и выведем на экран. Значит, наш статус-код, статус, так, вот, коллеги, где ошибка, все, я увидел. Надо не JSON data, а JSON статус, вот она ошибка, да, я невнимательный. Сегодня невнимательный, наверное, это связано с тем, что пятница. Так, еще раз, F5. Так, пошел запрос. Во, прекрасно. API статус равно нулю. Статус successful route call. Все, у нас успешно делается запрос. Так, получилось. Поехали дальше. Следующее, что мы смотрим, 1.3.3.8. Коллеги, если у вас что-то не получается, то, пожалуйста, об этом сразу говорите. Так, ну что, здесь вот ребята запустили, в них тоже должно выйти. Значит, 1.3.3.8 у меня получился. Переходим дальше. 1.3.3.9. Значит, следующее, что здесь говорится, то, что модифицируйте программу таким образом, чтобы пользователь мог вводить переменные, и, соответственно, вот моя программа, вот была не железно запрограммирована с Киева в Минск, а чтобы мог пользователь, собственно, выбирать откуда, куда он едет, да? Вы же не каждый день ездите в Киев, Минск, Киев, да? А вы еще можете поехать в Одессу, вот, на выходные, вот, например, как сегодня, да? Поэтому давайте мы это впишем.
значит, while true, делаем бесконечный цикл, вот, ну и, собственно, дальше мы запросим вот эти данные у пользователя. Значит, что мы запросим? Запросим origin, это откуда ехать. Соответственно, мы здесь делаем функцию input, вот, и попробуем, чтобы пользователь ввел эти данные. Значит, starting location, да, то есть это откуда мы едем. Ну и вот куда нужно ехать? В dest, да, соответственно, тоже используем функцию input, вот, и здесь напишем, значит, destination, вот так вот, да, значит, здесь вот так вот, чик, это мы лишнее все удаляем. Так, дальше у нас происходит построение URL. Значит, вот здесь вот, коллеги, обратите внимание, то, что здесь у нас пробелы, а отступы, да, то есть должны быть отступы. Дальше мы делаем запрос, вот так вот, да, и, соответственно, это у нас вот все. Да, вот такой наш скриптик получился. Так, сохраняем, Ctrl-S, F5. Location, куда нам, откуда мы едем? Ну, давайте попробуем проехаться от Киева вот в Одессу. А как правильно писать? С двумя S или с одной? А как оно вообще хавает? Так, успешно. Ну, это же американский сайт, вдруг он ни хера не хавает. Так, Харьков. Так, вроде пока все хавает, значит, сейчас посмотрим, как оно хавает. Вы скажете, а может не хавать? Да, коллеги, может не хавать, я вам покажу дальше, какие места убивать, чтобы оно не хавало. Так, значит, ну что, работает, все работает. Единственная проблема, коллеги, какая? То, что у нас получился бесконечный скрипт, и он предлагает все время куда-то ехать. Значит, нужно, собственно, в шаге 3.3.10 нажать Ctrl-C, вот, собственно, URL здесь печатается, да, то есть вот мой URL, вот Киев, вот мой Харьков, вот моя Одесса, вот, собственно, все это дело здесь печатается. Да, нажимаем Ctrl-C и мы прерываем скрипт. Так вот, что говорится, что нужно здесь добавить функцию quite. Значит, 3.3.1.3.3.11. Давайте добавим, собственно, проверку. Если пользователь пишет quite или q, то мы выходим с бесконечного цикла. Давайте сделаем. Значит, где? Значит, вот пользователь что-то там спросил, и мы здесь давайте быстренько проверим. Значит, if origin, значит, равно чему? Quite. Вот что мы делаем? Или Q. То что мы делаем? Мы делаем break. Мы выходим с цикла. Так, дальше, следующий этап. Мы спрашиваем. Break, точно. Так, дальше, следующий этап. Это if, значит, dest. Dest точно так же, да? Равен quite или q. То что мы делаем? Мы делаем тоже break. Так, ну что, здорово. Значит, Ctrl-S, нажимаем F5. Вводим location Киев, значит, Киев и вышли, да? Start location Киев и вышли. Где опечатка? Так, что-то опять провтычил. Orig, dest. А, значит, там вот оно где. Значит, вот тут нужно сделать равняется, да? Значит, вот я провтычил, коллеги, надо быть внимательным. То я уже думаю про Одессу, так, да? Значит, вы тоже про Одессу думаете? Так, да, значит, прекрасно.
Ой, да, Дест. Значит, Дест, так, Одесса. Там сколько там температура воды? Так, значит, поехали. Киев, Одесса. Так, значит, так, статус successful. Так, а ну давайте мы вот этот URL скопируем, посмотрим, все-таки маршрут строится или нет. Значит, делаем Ctrl-V, нажимаем. Так, ну что, маршрут строится, да, значит, ехать 4 часа 52 минуты. А сколько вы будете ехать? 8 часов? Это вы где-то по дороге еще, наверное, останавливаетесь. Так, едем с улицы Хрещатик, поворачиваем. Куда поворачиваем? Архитектора Городецкого. Значит, едем на юг. Ну, вроде правильно. Значит, вроде правильно. Так, дальше Большая Васильковская. Ну, да, правильно. Значит, правильно, коллеги. Это правильное направление. Так, едем, едем, едем. Так, и где мы тут заезжаем? В Одессу. Вот Преображенская улица. Значит, кто там с Одессы? Значит, есть такая улица. Вот, а дальше будет Welcome to Odessa. Ну что, прекрасно. Значит, да, маршрут строится, все работает. Значит, программа наша работает. Да, значит, еще раз запускаем. Давайте я напишу quite. Нажму Enter, вышли. Да, то есть, вот, пожалуйста, коллеги, вся моя программка работает. Это здорово. Значит, 1.3.3.11 у меня получился. Поехали дальше. Следующее. А, 3.3.12 это проверить. Проверили. Значит, следующее. Это давайте обрабатывать эти все данные. Значит, что меня интересует? Первое, у меня интересует дистанция. Значит, дистанция, это в смысле, сколько ехать, да? Соответственно, дистанция, время в пути и использование топлива, да? Ну, собственно, вот эти все данные здесь есть. Значит, где тут дистанция? Да, вот время в пути, видите, 4 часа 52 минуты. Дальше топливо 13 литров, да, или что-то, это галлоны, наверное, да? Это же американский сайт, значит, он, наверное, в галлонах. Вот, и расстояние, а что так мало, 296, это, наверное, в милях, да? Должно быть побольше, что-то маловато. Значит, что-то маловато. Так, 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 ну что, давайте это дело дальше все обрабатывать. То есть нам, по сути, нужно из этого, вот, значит, с этих данных, которые нам возвращает сервер, вот, вытащить нужные нам переменные, нужно вытащить нужные нам значения. Итак, поехали. Значит, дальше мы будем все это дело уже обрабатывать. Значит, что нужно в первую очередь сделать? Значит, давайте вот здесь вот продолжим все это дело выводить на экран. Поехали. Значит, print. Вот print. И что мы тут делаем? Значит, мы просто пишем для начала. Ага, значит, что мы пишем? Direction, вот from, значит, from чего? Значит, from плюс oric, значит, так, да, to дальше, нет, тут вот так вот, там, плюс to, значит, плюс ту, так, значит, тут закрыли, нажали опять плюс, и мы тут опишем тест. Дес это, так, вот такая вот, собственно, такой вот вывод. Значит, дальше выводим следующие еще данные, которые нам понадобятся. Значит, trip duration, значит, это длительность поездки. Значит, что мне важно? Значит, какая будет у меня длительность поездки? Вот. Значит, плюс. И вот здесь мы достаем нужные нам данные. JSON, нижнее подчеркивание, дата. Значит, какие мне нужны данные? Значит, первое, мне нужно в роуте все это дело, да? Соответственно, я пишу роуте. Дальше. Мне нужно что? Мне нужно такая переменная, которая называется formatted time. Значит, я ее возьму и отсюда скопирую. Мне так на самом деле будет легче,
чтобы не ошибиться и чтобы оно потом не ругалось. Ctrl-C. И сюда мы все это дело за Ctrl-V. Так, вот так вот, да? Значит, это будет время в пути. Дальше, следующее, что мне нужно вывести, это Distance и FluidUsed. Прекрасно. Значит, давайте я тогда все это дело, значит, тоже скопирую. Значит, или переписать, проще переписать. Значит, поехали, print. Вот, значит, так, miles. Значит, miles, коллеги, значит, тут в милях по умолчанию. Давайте мы, наверное, посмотрим документацию и сделаем, чтобы это было все в километрах. Значит, я для этого вернусь куда? Значит, я вернусь в значит, где он? В сюда вот, в документацию, да, почитаю. Значит, API, посмотрим, то есть я хочу без конвертации, чтобы это у меня все сразу было вот в нужных нам формате, да. Значит, вот меня роут интересует, вот он, да. Соответственно, смотрите, вот в реквесте, значит, мы указываем ключ from to. Вот, а вот здесь вот есть, смотрите, значит, Advanced Parameters. И в Advanced Parameters есть юниты, да. Соответственно, по умолчанию это что? Это мили, да, miles. Значит, но я хочу, чтобы было в kilometers, да. То есть мне нужно юниты сделать в kilometers. Поэтому давайте мы это дело сразу все изменим. Вот чтобы было в километрах. Как мне это все подредактировать? Вот здесь, где у меня, собственно, URL. Вот я здесь, собственно, ставлю запятую, да. Вот и дальше указываю Ctrl-V. Значит, юниты указываю вот так вот, да. Юниты. Вот, ставлю двоеточие и ставлю буковку К. К это значит, что будет все в километрах. Правильно? В километрах же буковку К нужно поставить, будет в километрах. Дальше, следующее, что меня здесь интересует. Narrative type. Да, давайте почитаем документацию. Тут на самом деле, значит, да, язык, коллеги. Вот, locate. Значит, давайте еще подправим язык. Вот, значит, по умолчанию все выводится в English USA. Но мне English USA нафиг не нравится. Я хочу, чтобы было на русском языке. Вот, поэтому locate нужно сделать ru. Давайте тоже сделаем, чтобы это дело все было. Значит, вот, коллеги, то есть это на самом деле вот много всего есть реализовано прямо в самой документации. Поэтому чего бы нет, значит, тоже объявляем locate, переменную, собственно, локали, и здесь я поставлю ru, и, соответственно, теперь моя программа для навигации будет русская, и это здорово. Так, Ctrl-S, вот получилось. Значит, ну, давайте попробуем затестить. Ctrl-S, пока вот так вот, как есть, да, значит, где ошибки? Как? Duration, а что у меня тут написано? А, formatted time, да? Duration. А, значит, да, тут вот скобка не такая. Directions, да? Mm-hmm. Да, вот так вот, вот. Так, ну что, вроде бы все исправили. Так, нажимаем F5, Location, Киев, Одесса. Так, есть. Значит, вот у меня 4 часа 52 минуты. Блин, как-то быстро очень. Значит, дальше. Давайте вот это дело все скопируем. Ctrl-C. Я хочу URL вставить в браузер, чтобы убедиться, что у меня теперь все будет на русском языке и будет в километрах. Значит, милей сколько тут? 296 милей.
Я нажимаю Enter, и теперь все должно быть в километрах. Значит, километров 477. О, похоже на правду. Значит, ну и теперь все должно быть на русском языке. Продолжайте движение в направлении Одессы. О, коллеги, улица Хрещатик. Знакомая улица? Да. Начните движение на юго-запад. Та-да-да-да-да. О, зашибись, кричали гости. Значит, ну блин, все, теперь наша программа почти готова. Значит, теперь она на нормальном языке говорит, а не на каком-то там английском. Так, ну что, вроде бы мы это оптимизировали. Да, давайте еще почитаем, коллеги, важно знать API, поэтому давайте почитаем. Так, avoid, значит, что пропускать? Пробки, значит, country border, границы какие-то, туннели, мосты. Так, это нам не надо. Must avoid links, что такое link ID? Да-да-да, так, try, avoid, так, это не надо, state boundary display, значит, что такое boundary display, что такое boundary, не знаю, что такое boundary, country boundary display, так, да-да-да-да-да, маневры, at the destination, да-да-да-да-да, full shape, что такое full shape, return all shapes, да-да-да-да-да, так, это тоже не надо. Shape формат тоже не надо. In shape формат не надо. Так, так, так. Generalize. Значит, фактор тоже не надо. Cycle road factor тоже не надо. Так, ну что, остальное вроде на man maps. Так, small start display per... тоже не надо. Advanced routing. Значит, advanced routing пока не будем вообще сюда заглядывать. Нам пока это вообще пока не надо. Specific location. Так, все, больше пока вроде ничего не надо. Вот поэтому, коллеги, вообще, вот если вы пользуетесь каким-то API, то нужно вообще прочитать хотя бы один раз до конца, чтобы понимать, что там вообще есть. Так, ну что, вот такая у меня программка. Давайте теперь я ее здесь, значит, все это дело попробую дописать до конца. Так, значит, так, 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 trip duration тоже есть. Значит, дальше. Вместо miles я пишу kilometers, да, kilometers. Почему kilometers? Потому что у меня теперь все в километрах, да, значит, kilometers. Почему в километрах? Потому что, еще раз, коллеги, я подправил API интерфейс. И теперь у меня все, как говорится, по-людски. Значит, давайте преобразуем в строчный тип str. Значит, что мы преобразовываем? Мы преобразовываем вот это вот JSON data. Дальше мне надо роуты. Роуты. Дальше. А в роуте мне нужен такой параметр, как distance. Значит, давайте мы это дело тоже все пропишем. Distance. Так. Так, это есть. Поехали дальше. Значит, следующее, что мне нужно вывести, это еще вот этот вот расход топлива. Значит, fuel used. Значит, тут по умолчанию галлоны. Значит, давайте тоже посмотрим документацию, потому что мы живем не галлонами, а мы живем литрами. Так, где эта документация? Ctrl-F, gal. Значит, вот, high efficiency, так, это не то. Так, а где тут галлоны? А, тут только все в галлонах. Значит, тут расходы. Расход только в галлонах, что ли? Нельзя сделать по-людски. Значит, Ctrl-F. Fuel. Так, давайте посмотрим. Так, так, стиль езды. Нормальный, агрессивный, как пенсионер. Так, значит, где тут еще? Значит, так, значит, так. Full used. Так, а как же мне сделать галлоны? Как мне сделать литры? Значит, оказывается, нельзя сделать литры. Видите, в документации нет возможности переключиться на литры, поэтому меня будут
галлоны. Значит, ну, на самом деле можно пересчитать, но сейчас мы это все с вами сделаем. Значит, full use, значит, пока я пишу, что это у меня галлоны, вот галлоны, вот она, да, значит, поехали дальше. Так, вот здесь вот тоже H5 плюс надо поставить. Значит, я это возьму, так вот скопирую. Кого? Use done. Что? А, с большой буквы? Там, неважно. Так, значит, плюс str. Значит, JSON, нижнее подчеркивание, дата. Значит, что я достаю? Я достаю роуты. А с роута мне нужно full use, да, full use, так, вот оно, ну вот как-то так. Так, ну что, вроде все получилось, давайте теперь запустим, Ctrl-S, и посмотрим, что у меня получилось. Значит, единственное, что здесь было бы здорово отформатировать, вот немножко вот так вот, да, чтобы это все было красивенько, да, вот так вот, Ctrl-S, F5, так, location, ну что, поехали, значит, Киев, так, Одесса, так, значит, direction from Киев to Одесса, 13 галлонов, так, ну что, нормально, 13,89 галлонов. Так, здорово, поехали дальше. Все получилось. Так, значит, километры здесь предполагают пересчитать в... То есть мили в километры. Ну, мы с вами на самом деле подправили, коллеги, мы с вами подправили API. Вот, а литры нужно пересчитать. Соответственно, нужно это дело все умножить на 3,78. И будет в литрах. Ну, что сделаем? Давайте сделаем. Значит... Здесь мы меняем на литры, вот эту штуку, которая у нас получилась, мы берем, множим на 3,78, вот такая вот, собственно, интересная штука, единственное, что надо там скобки еще поставить скобки, вот, чтобы это было все в двойных скобках. Вот так вот, да, то есть это все вот так вот, Ctrl-S, F5. Так, значит, еще раз, Киев, Одесса, значит, так, 52 литра, что-то много, 500 километров, 52 литра, так, это сколько литров на 100 километров выходит? Да что, вроде нормально, так, да. Так, ну что, нормально получается. Так, дальше. Следующее. Будем использовать формат для того, чтобы урезать, собственно, все урезать до двух символов после запятой. Для этого мы воспользуемся такой штукой, которая называется формат. Да? Вот. Ну, давайте это тоже все, как говорится, пропишем. Значит, единственное, что у меня все это дело уже, значит, километры у меня считает API, а здесь я это дело все пропишу, как говорится, рутями. Значит, что мне здесь нужно сделать? Значит, мне нужно открыть кавычку, значит, закрыть кавычку. Дальше внутри написать вот в таком вот виде. Это мы с вами все уже делали. Вот, значит, все с вами уже делали. Так, еще раз, два. Так, так, F, так, а здесь ставим точку, пишем формат, так, вот он, да, значит, формат, и здесь у меня идет скобка, вот, и скобка заканчивается у меня вот здесь, вот так вот, да, вот он, этот самый формат, Ctrl-S, F5, поехали, Киев, Одесса, так, что мы видим, значит, 52,5 литра, ну, нормально, значит,
500 километров, 52 литра. Ну, как-то нормально. Так. Так, ну что, получилось. 1.3.3.14 у меня, коллеги, получился. Поехали дальше. Следующее, что нам нужно сделать, это, значит, так, это тестирование. Да, это мы все протестировали. У меня все даже получилось, все здорово. Значит, поехали дальше. 1.3.3.15. Значит, нужно вывести. Значит, да, inspect маневры. Значит, это мы смотрим маневры. Значит, и нас интересует вот этот вот, собственно, словарик с маневрами. Значит, где он находится? Он находится в legs. Значит, давайте мы это дело все посмотрим. Вот legs. И вот здесь вот должен появиться маневры. Вот оно, да. То есть, вот самое большое, что здесь есть, это, если вы посмотрите, это, значит, маневры, да. То есть, вот они. Если их развернуть, то тут прям вот совсем дофига всего. Значит, нам что интересует? Маневры и нарратив. Нарратив — это вот те сообщения, где нужно куда поворачивать. Да? То есть нам нужно вывести на экран. Я думаю, нужно сделать цикл, который пройдется по всему этому длинному словарю. И все это дело. Видите, сколько у нас маневров. Давайте их посчитаем. Значит, сколько маневров вообще до города Одессы? Видите, их тут прям, так, я уже почти все свернул. Значит, их прям вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, 14 маневров. Немного, да? Чтобы доехать с Киева до Одессы, нужно 14 раз крутнуть руль. В принципе, немного. Так, ну вот такая задача. То есть еще раз, в лексах, значит, еще раз, в рауте есть лекс, в лексах есть маневр, а в маневрах нас интересует нарратив. Значит, вот, собственно, такая задача, это дело все вывести, да. Значит, так, где оно делось? Вот, собственно, мы это дело и будем выводить. Значит, ну что, давайте сделаем такой вот цикл, который будет выводить все эти нарративы, вот, чтобы мы понимали, куда что двигаться, да, то есть я хочу ехать за рулем в машине и все это дело, как бы, вот, понимать, куда мне где поворачивать. Так, ну что, поехали. Значит, что мне для этого нужно? На самом деле нужно создать цикл, который пройдется по всем этим элементам. Так, значит, здесь говорится, что сделайте print с print с этим отступом. Ну, отступ давайте я сделаю, чтобы этот полоску. Давайте я не полоску сделаю, а просто сделаю отступ на новую строку. Да, на новую строку будет у меня отступ. Вот такая вот штука. Так, да, значит, это будет у меня. Вот. Ну, а дальше мы делаем цикл. Поехали. Значит, будем делать цикл for. Почему for? Потому что мы не знаем, сколько у нас этих нарративов, этих маневров. Вот, поэтому будем проходиться, воспользуемся методом in, да, соответственно, по всему этому циклу. Значит, так, да, вот видите, здесь вот отступ. Значит, поехали. Значит, в each будет такая переменная. Each. Значит, in json data. Ну и вот здесь нужно указать, что у нас там вот есть, да, то есть какие у нас там элементы. Значит, давайте поехали. Значит, первое, мы смотрим это в роуте. Согласны? Согласны. Дальше, в роуте находится кто? Legs. Значит, legs. Дальше, в legs меня интересует список. Вот нулевой элемент списка, да, нулевой элемент списка, вот, ну и дальше идет у меня маневрс, да, маневрс, соответственно, давайте это дело все скопирую, вот маневрс, вот он, да, то есть вот так вот это дело все скопировали, значит, Ctrl-C, здесь, а сюда я вставлю Ctrl-V. Так, есть такое дело. Значит, дальше. Ну, а дальше мы будем выводить вот этот вот нарратив, да, соответствующего каждого элемента.
Так, значит, здесь ставим две точки. Ну и, собственно, дальше что делает цикл? Print, значит, так, вот так, да, что мы выводим? Значит, мы выводим, значит, each narrative, да, соответственно, и h. Значит, вот нас интересует narrative. Я это дело опять-таки скопирую вот отсюда. Значит, narrative — это указание, куда мы там должны поворачивать. Так, each narrative. Так, так. Все это дело у нас будет выводиться. Значит, плюс. Плюс что мы выводим? Значит, через сколько метров нам нужно этот маневр сделать, да? Соответственно, так, ага, вот так вот. Это мы делаем вот так. Значит, здесь будет вот такие у меня отступы. Вот. Дальше делаем плюс. Плюс. Здесь делаем преобразование. STR. Вот. Вот. И что мы запихиваем в STR? Мы запихиваем формат. Значит, формат. Ой, как все муторно. Значит, вот так вот, да. Значит, в формате что мы пишем? Мы пишем двоеточие, точка 2F, то есть сокращение, да. Потом ставим точку, пишем формат. Формат. Ну и потом открываем то, что мы туда запихиваем. Значит, вот что мы туда запихиваем? Значит, each. Так, each. Ну а дальше поехали. Distance. Distance. Вот. Значит. Так, distance. И он у нас множится на 1,61. А нам это не нужно. Почему? Потому что я перешел на километры, да. Плюс км. Плюс км. Плюс км. Плюс км. Плюс км. Километров, да, то есть это когда мы через сколько метров нам километров нужно делать вот эти вот маневры. Так, это мы закрыли. Вот, ну и тут у нас осталось две, так, что-то скобок много, значит, две скобки. Так, и вот здесь вот мы тоже скобки лишние убираем, да. Значит, так, ага, это формат. А к формату относится вот это, да, значит, вот оно. Вот так вот, да. Так, ну вот как-то так. Значит, еще раз. То есть, что мы делаем? По сути, наш цикл for проходится, значит, выводит narrative, а после narrative выводит distance. А distance, так, где distance делся, direction, формат. Так, 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 time, direction, так, не вижу, distance, так, direct, так, 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 а вот distance, вот он вверху сам, да, то есть первый элемент. Так, через, ну, то есть это в километрах здесь у меня выводится, поэтому я множить на 1,61 не буду. Так, ну что, вроде все получилось, Ctrl-S, F5, давайте посмотрим. Значит, location — Киев, дальше Одесса. Так, ну что, поехали. И у нас есть проблемы. Так, значит, route lex нулевой маневрос. Так, проверяем, где у меня, значит, list indicated must be integer or slice, not str. Так, а что у нас str? Так, скобки не хватает. Какой скобки? Скобки все на месте. Хорошо, ладно, где скобки? Так, давайте смотреть детально. Значит, JSON, да-да-да-да-да. В принте, что ли? Так. Выводимой строке не хватает скобки. Хорошо, ладно, вот открылось, закрылось. Коллеги, значит,
Тут какая идея? То, что мы с вами дальше, во второй главе мы будем уже использовать Microsoft Visual Code, она будет сама все скобки закрывать, но я специально вам хочу показать, что вначале нужно потренироваться вот, собственно, с такой вот штукой, как Python-овский IDLE, для того, чтобы вы все это дело потренировались. Так, значит, это each мы закрыли. Дальше это мы вывели. Хорошо, дальше начался у меня str. И мы это дело вообще все преобразовали в что? В текст. Дальше. Это у меня формат. Вот он, да. Это формат. Так, формат. Так, а где же скобки не хватает? Формат. Скобок хватает. А. Так, пишут, скобку бы закрыть обычно в строке. Скобку закрыть? Так, а в какой строке закрыть скобку? Так, значит, str, ага, вот здесь, наверное, лишние скобки нету, да? Ctrl-S, F5, ага. Unmatched, вот оно, видите как, значит, ха-ха, просто так не получится скобку поставить. Ладно, давайте проверять детально. Значит, открыли скобку для строки на вывод, но не закрыли. Открыл скобку для строки на вывод, вот здесь вот, что ли? Так это вот, вот смотрите, вот она открылась, вот закрылась. Хорошо. Тогда давайте вот, ну вот так вот я могу их удалить. Правильно? F5. Киев. Одесса. Так, 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 так. Строится маршрут. Все повисло. 10-километровая пробка в Одессу. Все едут отдыхать. Строится маршрут через альтернативные пути. Так, и не построился маршрут. Хорошо, ладно, давайте упрощать все это дело. Значит, давайте сделаем просто. Значит, как просто? Давайте сделаем, будем просто выводить на райтив. Вот, давайте будем выводить на райтив. И все, и хватит. Вот это я закомментирую. Давайте усложнять все по мере усложнения. Так, F5, поехали. Киев, Одесса. Так, и что тебе не нравится? Ага, значит, ошибка не здесь у нас, ошибка вверху. Вот здесь вот. Так. Так, хорошо, вот оно, где ошибка. Окей, проверяем тогда. Значит, route, legs. Так, хорошо, еще раз проверяем, еще раз все. Значит, route. Так, и JSON data. Так, согласен. Дальше route. Legs. Дальше, а, вот здесь смотрите, вот где ошибка. Это же у нас номер элемента. Он у нас нулевой. Это не строчка, это номер элемента. Это не строчный тип. Все, нашел ошибку. Одесса. Так, ну вот, коллеги, начинайте движение на юго-запад, по Городецкого, Хрещатик, поверните вправо, по Саксаганского, поверните влево на Антоновича, Антоновича переходит с Дзержинского, поверните слегка вправо на по съезду, выезжаем на Е95, дальше 40-летие октября, дальше поверните влево на Балкивская улица, поверните слегка вправо на по Преображенской улице, добро пожаловать в Одессу. Ну все, вот оно, да, значит, смотрите, как красиво у меня получился маршрут. Значит, что нужно сделать дальше? Дальше давайте это дело усложним. Вот до какой степени. Чтобы писало, через сколько метров куда поворачивать. Так, Ctrl-S, F5. Значит, это должно уже быть Одесса. Так. Так, ну и вот оно пишет, через сколько километров. Вот, все, прекрасно. Поверните слегка вправо. Через 260 метров, да. Так, выезжайте через километр, 3 километра, 80, так, а где тут же самые длинные маршруты? Значит, так, 2,65,
Значит, так, 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 значит, вот мы выехали на Е95 и ехали прямо почти 400 километров. А вот мы 462 километра едем, да? Значит, по Е95, ну нормально. А потом вот уже в Одессу ворвались, вломились. Вот она, да? Значит, ну на самом, значит, вот такая история. Значит, ну что, коллеги, маршрут строит, значит, можно ехать на выходные отдыхать. Так, я не знаю, как там у вас, у меня маршрут построен. Значит, коллеги, опишите, как у вас там дела, строит ли у вас маршрут, строится ли у вас маршрут. Если нет, то какая у вас там ошибка, может, нужна помощь, то, пожалуйста, говорите. Значит, вот так выглядит моя программа сейчас, на сейчас. Значит, да, она немножко не совпадает с учебником. Почему? Потому что я подправил API вот здесь вот вверху. Смотрите, я сделал юниты в километрах и локаль сделал, чтобы была на русском языке. Вот, собственно, такая у меня модификация моей программы в сравнении с учебником. Так, ну что, здорово, значит, поехали дальше. Значит, дальше вот это дело все нужно запустить и проверить функционал приложения. Значит, так, вот, вот такая штука. Значит, ну, это Activity. Вот, значит, да, давайте посмотрим, на чем-то мне, докуда я должен дойти. Значит, да, вот нужно еще добавить проверку инпута. Давайте тоже добавим. Значит, 1.3.3.18 нужно сделать проверку статус-кода. Ну, мы это сделали, что если 0, то тогда мы как бы эти все запросы делаем. Но, коллеги, а если не 0, статус-код, что тогда? Это значит, что где-то есть косяк. Косяк, значит, нужно вывести этот косяк и разобраться, что это за косяк. Давайте мы это дело разберемся. Как мы будем это разбираться? Мы добавим, собственно, LIF, и в зависимости от того, какой у нас статус-код, будем выводить различные вот сообщения на экран. Итак, давайте это дело добавим. Значит, вот здесь вот я мотаю в самый низ. Вот, видите, вот мой if. И, собственно, под этим if нам нужно сделать, кого? LIF, да, нам нужно сделать LIF. Вот здесь сюда. Пишем LIF. Вот. Ну и дальше, что мы проверяем? JSON, нижнее подчеркивание, статус. Вот, если равен 402, то тогда мы будем, что мы будем? Будем выводить на экран различные сообщения. Значит, что мы будем выводить? Значит, сделаем отступ вот такой вот красивый. Значит, будем выводить сообщение, что у нас что-то не то. Значит, как мы будем это выводить? А вот таким образом. Статус коды. Вот так. Так, плюс str. str. Значит, str мы сюда пишем. Значит. Пишем, что нам надо преобразовать. Нам нужно с JSON статус преобразовать. JSON статус, так, преобразовали. Вот плюс. Дальше у нас вот такой пойдет текст. Значит, вот так вот, да. Invalid. Use inputs for one or both location. Так, хорошо, закрыли все это дело, да? Значит, вот такая вот, собственно, такой вот вывод всего этого дела. Так, и еще сделаем один отступ для красоты. Так, вот так вот это дело все забабахаем. Так,
Ну а дальше, else, да, во всех остальных случаях else, во всех остальных случаях у нас будет срабатывать else. Значит, соответственно, print, опять-таки, делаем отступы красивые, чтобы все это дело было заметно. Тоже выводим статус-код. Вот, давайте мы это дело все вот так скопируем, Ctrl-C сюда, Ctrl-V. Единственное, что подправим, да, значит, статус-код, а здесь напишем refer to, вот ту куда? Куда? На сайт, значит, этого MapQuest'а, где это дело все описано, да, то есть вот такая у нас идея. Значит, print, ну, давайте я, чтобы не мучиться, вот это дело скопирую. Тут надо на самом деле скопировать URL этого самого события, да, этого кода. Так, ну и здесь я тоже делаю print, вот так вот, да. Значит, так. И я сделаю здесь отступ. Вот такая вот картинка у меня. Ctrl-S, прекрасно. Значит, что мы делаем дальше? Значит, так, что мы делаем дальше? Пробуем это дело все запустить. Значит, нажимаем F5. Значит, куда мы едем? Мы едем, например, вот такой у нас location, да? Дальше пишем Киев. Нажимаем Enter. Вот. Ну и должна быть ошибка 402. Видите, да? Invalid input for one obos location. Видите, коллеги, да? То есть все это дело срабатывает. Вот. То есть, собственно, система не может найти location. Вот такой вот location. Поэтому она не может построить маршрут. Прекрасно. Все срабатывает. Что здорово, на самом деле, то, что все срабатывает. Так, ну что, давайте проверим, значит, проверим все это дело. Значит, здесь говорится ввести not user input, ввести пустое, да, и будет тоже ошибка. А, если ввести пустое, то будет ошибка какая? 400-611, да, давайте попробуем ввести какое-то пустое значение. Значит, F5, location, Киев, а destination будет пустое. Вот, видите, статус-код. Значит, да. Ну, вот такая вот интересная штука. Да, ну, собственно, коллеги, вот эти все статус-коды, они здесь описаны, тоже их можно почитать и сделать какие-то подсказки для пользователя, чтобы это дело все выводилось. Значит, какие тут ошибки могут быть? Значит, еще раз, статус-код 0, это все успешно. Значит, 402, invalid location. Дальше 403, это ключ истек аутентификации. Дальше invalid session, session expired, baseline failed. Ну вот у нас 611, да. Two location required, то есть мы передали только один location, а второй не передали. Вот, кстати, 612 ошибка, это no route available, то есть нельзя проложить маршрут. Вот, кстати, 612 ошибка будет, если вы будете прокладывать маршрут, например, через океан. Давайте тоже попробуем. Значит, я запущу, вот запустил, дальше пишу Киев, а дальше, например, напишу Нью-Йорк и нажму Enter. Вот, система скажет, что, видите, не хочет, да? Так, отчет 402, хотя должно было бы, так, а ну Киев. Лондон, значит, Лондон под Ла-Маншем сейчас построит. Под Ла-Маншем, значит, поверните слегка влево на А3212, Перельмен Стрит, движитесь, въезжайте на А4, добро пожаловать в Лондон. Так, да, значит, оно под Ла-Маншем проложило. Так, ну, одним словом, если Киев, так, какой там город, значит, Токио, значит,
Так, так. Где море? Где море? Вот. Так, что, сломалась карта, что ли? Вот. Да, значит, смотрите. То есть, если не может проложить маршрут, выдает ошибку 602. Значит, 602, а вот. Значит, вот она, ошибка 602. Значит, set in ways that make the route impossible. Значит, коллеги, 602 ошибка, это impossible route. Значит, невозможно так проехать на машине. Так, ну что, интересно, интересно. Так, да, тут много всяких интересных ошибок, можете тоже, кстати, посмотреть. Так, да, кстати. Можете, коллеги, еще важный момент, то, что можете API вот тут почитать документацию и модифицировать для себя. Там, например, как вы там едете спокойно, ну, то есть пенсионер, агрессивная езда. Дальше, вот, может объезжать какие-то платные дороги, пробки, мосты, туннели и так дальше. То есть тут на самом деле достаточно много чего интересного. Так, ну что, вот такая вот у меня, собственно, программка. Вот, значит, еще раз я закончил на 1.3.3.19. Вот, и у меня full test application functionality. У меня все работает. Значит, вот так это дело все выглядит. Значит, сейчас попробую развернуть на весь экран, чтобы у вас это тоже все было. Вот такая вот картина, да, значит, если у вас есть вопросы, коллеги, пожалуйста, задавайте. Это, по сути, то, что вам нужно будет сделать дома для полнофункциональности вот всей этой вашей программы. Значит, вот такое вот у вас задание до следующего раза. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот я пробежался здесь, вот посмотрите, да, то есть я специально все вам показываю, чтобы вы могли поставить на паузу. Сравнить с тем, что у меня, с тем, что у вас. Вот, собственно, вот так это дело должно у вас быть, выглядеть, скажем так. Значит, вот такая картина. Так, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У кого получилось, вот, коллеги, напишитесь, пожалуйста, цифру 1, если у вас получилось, как и у меня, если вы теперь сделали свой Google Maps, который сам прокладывает вам маршрут там, да. Вот, ну, на самом деле, вы можете указывать и улицы на самом деле, да, то есть, да, кстати, давайте вот full functionality проверить, давайте попробуем, значит, ввести, вот, мне кажется, русский язык должен хаваться, да, вот, значит, start location, значит, какой у меня start location, значит, давайте напишем Киев, улица Борщаговская, 117, да, вот, это, давайте еще, наверное, спереди Украина допишем, надо же, наверное, дописывать или не надо, давайте не будем дописывать, Киева не так уж много, значит, куда мы едем, Киев, значит, Ули, так, запятая, Киев, запятая, улица, значит, куда мы едем, куда мы едем? Куда вы хотите съездить? В центр. Так там все улицы попереименовывали. Я вот улиц не знаю в центре. Сейчас вообще непонятно, что там с улицами. Так, улица Прорезная, 5. Значит, нажимаем Enter. И что у нас? О, все работает. Значит, начинайте движение на восток по направлению Полевая. Примите влево на развилке, поверните влево на Симоны Петлюры. Я даже не знаю, где это. Так, Шевченко, блин, все попереименовывали. Так, ну что, нормально. Значит, сколько надо, значит, ехать? Значит, ехать 7 минут, вот 6 километров, расход топлива 0,6 литра. Значит, вот такая история. Значит, коллеги, попробуйте, вот, протестируйте все это дело, чтобы вот как оно у вас там будет работать, да, то есть это важно проверить, full functionality, все это дело проверить. То есть вот MapQuest хавает русские буквы, нормально, никаких проблем нету, можно прямо вот прокладывать все маршруты. Вот такая история. Так, ну что, вопросы там появились? Так, хоть единичку, хоть кто-то написал, как у вас там, коллеги?
Есть единички, прекрасно, вы супер-пупер молодцы. Значит, коллеги, напоминаю о том, что идет розыгрыш приза. Приза, разыгрываем чашку, вот, а подайте мне вот эту вот призовую чашку. Да, это значит, это моя чашка, вот она, да. Она немножко бэушная, я с ней уже попил. Вот, а есть вот такая вот чашка. Значит, если вы будете выкладывать ваши программы, выкладывать, все будете выкладывать, как вы это дело пишете, значит, с хэштегом «Учу DevOps», значит, как выглядит хэштег, значит, хэштег выглядит вот таким вот образом, значит, «Учу вот DevOps», значит, мы в конце, коллеги, мы будем в конце смотреть, кого, вакансии, это раз, дальше будем смотреть, вот, что вы там выкладывали, и будем разыгрывать вот такой вот приз. Значит, это новая чашка. Смотрите, как она сверкает. Она не бэушная. Не надо говорить, что она там еще какая-то там плохая. Нужно все это делать и выкладывать в соцсети, и чашка будет ваша. Вот такая вот веселая история. Так, ну что, вопросы? Смотрю вопросы. Возьмите «К» в кавычки. Так, ага, это подсказки были у меня, да? «Ру» тоже в кавычки. Так. Ну что, коллеги, если есть вопросы, пишите. Значит, ваша задача, еще раз, закончить, дойти до конца 3.3.19, и чтобы у вас все получилось, как и у меня. Вот, собственно, такие планы на ближайшее будущее. Значит, что мы будем делать на следующих занятиях? Значит, забегая наперед, у нас дальше будет уже программирование сетевых устройств. Вот, всего этого дела, да, будем уже взаимодействовать и с сетевыми устройствами. Вот такие планы на ближайшее будущее. Значит, коллеги, на этом все. Мир дому вашему. Ассаламу алейкум. Берегите себя, своих близких. Несите тяготы друг другу. Помогайте друг дружке. Пишите в наш общий WhatsApp, если у вас что-либо не получается. Я его тоже читаю. Его читают другие наши коллеги. Вот. И вам там будут помогать. Собственно, если что не выходит, то обязательно об этом нужно говорить. На этом все. Всем спасибо. Всем до свидания.